Добро пожаловать на Всероссийскую гуманитарную телевизионную олимпиаду для школьников «Умники и умницы». Третий раз в истории региона по инициативе губернатора Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова мы проводим региональный этап этой олимпиады. На этот раз в Великом Устюге, на вотчине Деда Мороза. Речь идет о очень серьезных вещах. Наша культура, наше прошлое, этническое, национальное, традиционное искусство – это все предполагает, во-первых, знание, а во-вторых, понимание. То, что они ошибаются, я здесь большой проблемы не вижу. Но, с другой стороны, большой интерес вызывают сами вопросы. Надо взглядеться в лица детей, да, вот как они осмысливают этот вопрос. Иногда по наитию они отгадывают, иногда помогает просто знание. Мы учитывали возрастные особенности детей, да, это все-таки старшеклассники, ну, 10 класс. Ну, а во-вторых, игра в поддавки, ведь не в правилах этой игры. А, понимаете, здесь должны быть умники и умницы, да. Ну, в этом смысле все равно кто-то будет что-то не знать. Она не на среднего участника рассчитана, она рассчитана на сильных. Поэтому побеждают эти сильные. Меня удовлетворяет другое. В итоге в аудитории, да, среди школьников находится правильный ответ. Ни один из вопросов не был простым, это вы уже сами заметили. А во-вторых, он требовал определенного размышления. Ведь еще надо ситуацию понять, в которой они находятся. И в итоге мы все пришли к некому консенсусу. И вот те дополнительные баллы и медали, и ордена, которые дети получают, это как раз показатель того, что мы разработали правильную стратегию. Игра мне очень нравится, вопросы интересные. Есть вопросы сложные. Вы сами видели, что некоторые вопросы никто не смог найти ответа. Есть вопросы общеизвестные. Но это мне и заключается суть игры. Я рада, что знания, которые я получила в процессе подготовки, мне пригодились, что они не остались пустым грузом. Конечно, я не смогла ответить на один вопрос, но я понимаю, что нужно было еще, может быть, что-то прочитать. Я благодарна своим учителям, которые помогли мне. Тема была объявлена за 3 недели или за 4 недели, точно сейчас уже не помню. И в течение 4 недель я постепенно что-то изучала. Я использовала не только книги из списка, но и другие источники. В списке было около 16 книг. Все прочитали? Нет, не все. Не все я смогла отделить, некоторые не смогла найти в наших библиотеках. Я думаю, что нужно заинтересоваться этим. Если тебе нравится это дело, то ты сможешь и запомнить какой-то факт, и ты сможешь потом вспомнить это на дорожке. Нужно просто полюбить это. Все. Мы награждаем победителей. Им вручается диплом победителя, 7-томное собрание сочинений Василия Ивановича Белова, рюкзак с логотипом Олимпиады «Умники и умницы», книга Юрия Павловича Вяземского «От Пушкина до Чехова», писателя русской литературы, и книга «Вологодская область. От древности до наших дней». И первым приглашается Пискунов Данил, Вологодский многопрофильный лицей. Второй победитель – Смолина Анастасия, женская гуманитарная гимназия, город Череповец. Третий победитель – Байков Вадим, Вологодский многопрофильный лицей. Юрий Павлович – широчайший души человек. Он мне предоставил уникальную возможность выбрать среди вас, дорогие друзья, участника финала, который пройдет в Москве, под мою ответственность. Поэтому эту ответственность разделить со мной Сергея Матасаря. А у меня тоже есть место. Удивительно красивая область, удивительные дети совершенно, удивительный, конечно, Дед Мороз. Я так понимаю, что он вам поможет, и я рассчитываю на его помощь. Сейчас, подождите, не смейтесь только надо мной, потому что я учился у губернатора. Он учил меня, как это правильно. Мне нужна кичмень-жанка. Неправильно произнес, но я буду работать над собой, я буду учиться. Замечательная совершенно девочка и замечательное совершенно место. Красивое такое место. А девушка какая красивая, но я за вас отвечаю. Причем перед губернатором. Принять участие третий раз подряд в региональном конкурсе «Умники и умницы» для меня большая честь по одной простой причине. Потому что ты когда видишь перед собой супер талантливую молодежь,
которая живет рядом с тобой, и которая показывает потрясающие знания, отвечая на вопросы, ответы на которые знают только эксперты. И сегодня было очень сложно нашим молодым ребятам, потому что вопросы были в основном, касались истории русского севера. Быт, традиции, культура. И вы знаете, здорово, потому что народ, который не помнит своей истории, у него нет будущего. У нас точно есть будущее, я сегодня в этом убедился. И важно то, что это не только крупные города, Вологда, Череповец, это и Кадуй, это и Кишгородецкий район, то есть вся Вологодская область. И впервые, вот третий раз мы проводим региональный финал здесь, в Великом Устюге, и впервые в конкурсе принимало участие все районы Вологодской области и все городские округа. 1500 человек – это потрясающий результат. То есть интерес просто потрясающий. И я считаю, что четвертый, пятый, шестой этапы мы будем проводить здесь, в Вологодской области. Мы были в Вологде, мы были в Великом Устюге. В следующий раз... Тотьму не забудьте. Мы, да, в следующий раз у вас родственники оттуда? Тотьму. И в Череповец съездим. И в Череповец обязательно съездим. У нас впереди много очень интересного. И я хотел бы пожелать нашим вологжанам победы в финале, чтобы мы поднялись на федеральный уровень, чтобы финалистам с гордостью говорили, мы из Вологодской области. Так у меня студентка, я сейчас лекцию читаю, у меня студентка сидит, Аллочка Дунечкина, внимательно смотрит, иногда очень критично, сейчас очень интересную работу. Победитель российского финала. Да. У меня очень кратко я хочу сказать, потому что у меня много очень членов движения, движение расширяется, вот, уже становится всероссийским. Там есть губернаторы, которые, в общем, поручают своему аппарату. Аппарат работает, очень хорошие люди, но это особый губернатор. Это человек, который следит сам, он сам отбирает. Это губернатор, которого очень интересует будущее его области и, в общем, будущее России. И тем же самым занимается один человек, которого вы хорошо, конечно, знаете, который создал Сириус Сочи, Путин. Вот когда... Мы одна команда. Вот когда такие люди, они заботятся о будущем России, и когда они ее выращивают и ей помогают, тогда будет все хорошо, дорогие друзья. Вся игра – это не только участие в финале, региональном финале. Все-таки это лучшие ребята, и лучшие ребята, которые проявили активность. Они проявили активность из зала, они отвечали на вопросы. Поэтому это абсолютно осознанный выбор, потому что они по очкам абсолютно лучше. Все из всех, которые находились в этом зале, они набрали максимальное количество баллов, максимальное количество очков, поэтому они стали победителями. Вот этот бонус, который нам Юрий Павлович дал мне, как губернатору. У нас есть этот бонус. И я, конечно, использовал этот бонус. Я только комиссар, а вы управляющий движением, да. Вы губернатор. Ну и зато мы сейчас несем ответственность за тех, кому мы дали шанс. И не перед вами отвечаем перед теми, кто будет смотреть... Финал федеральный. Точно. Уже в конце. Вот там на Первом канале. На Первом канале. На Первом. Российского телевидения. Поэтому мы несем ответственность за всех этих ребят, и ребята точно нас не подведут. Мы желаем успехов.